что, ребят, нам Квестик пишет, что нужно зачистить зверьё в основном здании. Видимо, здания-то нет, а здание у нас то военное. Ну, так я и думал, потому что чувак, который нам наслал, типа говорил, не ходи через подвал, там, где кровососы ходят, а иди напрямую. Так что, скорее всего, туда мы и попрёмся. Собирался сталкеров потрошек на 1500 плюс всякой фигни. И, кстати, вот это я не знаю, это можно выкинуть, по идее. Чем мне его таскать? Пойдем посмотрим, что у нас там за зверье тусит. Плюс у нас пацанаш кушать захотел. На, вот хлеб тебе. Плюс тут еще снаружи. О, кстати, схрончик. Можно попробовать чепнуть. Где-то снаружи мужики валяются. И немало так. Их лутануть надо. Патроны лишними не бывают, явно. Особенно от калаша. Особенно бинты. Ой, мужик, ты чего, в аномалию попал? Серьезно. Тут не один стол, тут реально половина мужиков в аномалию попала. Блин, что-то подходить-то к нему страшно. Тик. Оп. Водка нафиг. Еще какой-то мужик валяется. Тоже в аномалию залез. Оу. Нет. Нет, не надо мне. Дождик тут еще пошел. Еще какие-то три тела. Один левитирует даже. Ой, долевитировался. Поспонил. Так, где еще? А во. А, все, все берем. А чё мне прям в аномалии схрон делает? Это нормально? О, неплохо. Неплохо, я бы сказал. Так, антирада у нас все равно дофигища. Чё у нас соседи дают артефакты? Выносливость. И кровотечение. Давайте оба ставим. Пофиг, что у нас везде дебаф по 10, но зато у нас все остальное зашибись. Плюс у нас теперь стаминка почти бесконечная, по идее, должна быть. О, еще один. Здесь там тоже артефакты есть. Карты нет, посмотреть. Где они могут быть, негде. Блин, еще Берр лазит. Неохота его долго валить. Поэтому сделаем так. Так, меня заколбасило. Видимо, от Бюрера, да? Ой, ребята, бегут. Мне вас все равно зачищать, я чувствую. Блин. Ну, молю. От того, что я отбегать буду, не попасть. Блин, а этим одной боймы не хватает. Ладно, патронов дофига. О, как? С двух ударов снес. Ты серьезно? Парень, как это возможно? Так, что-то еще и сохраниться немножко забыл. Ладно. С этим пофиг. Вам просто не забывать. Так, где у нас Бюрер? Во-первых, вон он. Торчит. Сразу его выносим нафиг. Так, чуваки побегут у нас, нет? Мне эта фигня напрягать еще будет, да? Так, вижу, уже бегут. Ребятки. Да как не вовремя-то? Блин. Эта фигня мне прицеливаться мешать будет теперь. Эй, куда побежал? Вернись. Так, и... это что сейчас было? Его... убила бочкой от Бюрера. Блин. Бочки-то убила, а других не убила. Там еще один Бюрер тусит, конечно. Сейчас что-нибудь с ним сделаем. Так, у меня есть ВДШ есть. Блин, сколько Бюреров-то? Блин, и самбаки собираться начали. Да что за жесть, а, блин, хоть калаш бери.
все мешаться будет просто. Вон, еще вон так фигня, еще и снорк. Блин, надо отбежать вообще нафиг отсюда. Перестраховаться, они сами на меня попрут, а не я на них. Так, сохранимся. О, нифига стайка. Да иди ты нафиг. Либо снорков для начала убрать, чтобы не мешались. Ой, ой, чуть не умер. Да тихо вы. Да тихо, говорю. Так, еще снорк есть. Еще снорк есть. Так, а теперь просто еще убегаем немного недалеко. И птичку изадим. Так, СВД, помогай. Перезарядился вроде как. По-моему, ему насрать. Как по мне, ему насрать. А, я вас понял, ребята. Я вдвойне вас понял. Ух. Жестко будет. Тихо. Дерево сломаешь себя. Так, попробуем пострелять по этим говнюкам. Да тихо ты. Тихо говорю. Ой-ой-ой, все, я понял. Чего вас убить-то, блин? С под стола пострелять, что ли? Где вы там? Чубаки. Да тихо. Тихо, чубаки. Так, я вас понял. Отходим. Пофиг на аномалии, но отходим. Блин, дюрер это самое стрёмное, что тут. Что может быть? Так, они не идут за мной, да? Сюда. Че, ранены, что ли? Так, минус один. Уже неплохо. Плохо он. Так, 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 где второй? Эй, чувачок. Нафиг тебе. Я где-то слышал. А где? Второй, может, тоже сдох? Нет, бегает. Нюк. Ладно, я тоже тебя обойду. Так, это живой? Вроде да. Не, стой. Куда пошел? Вот и все. Вы боялись? Так, ладно, калашик, наверное, лучше. Стреляем с этой фигни пока. Патронов нет, предостаточно. Не знаю, ваши руки. По 2000, блин. Тут артефакты по 10 штук стоят. Нафиг мне ваши руки. Ну, пойдем попробуем в город залезть. О-о-о. Зомби летает. Ясно. Что-то с физикой в этом моде неладное. Всех засасывает в аномалии, но не взрывает. Так, тут радиэйшн был. О, по-моему, взорвало. Кому-то. Так, сохранимся на всякий. Привет. Зомбачи. Так, где-то у нас сохраняка. Не, ну не. Ну не. Ну хватит, ну перестань. Чё эта штука нам даёт? Херота. Понял. Только чувствую, зомбаков придется тоже уничтожать. Блин, еще то, что мне мозг бьет. Чё бьет, я хрен знает. Тут одни способности другим раздать могут, конечно. А
Ладно, тут пока чисто. В доме, скорее всего, кто-нибудь тусит. О, два схрона, нифига себе. Тут ничего? Ничего. Алло. О, пробило. Пофиг мне на звуки, пофиг мне на то, что цвет меняется. Мне не нравится то, что у меня мышку вводит, блин, влево-вправо от этой фигни. Еще что-то красное начало появляться. Видимо, в этом доме эта херня сидит. Что-то я стал часто сохраняться, блин. Так, алё. Кто тут проказничает? Ясно, кто тут проказничает. Погоди. Не ты, что ли, проказничал? Нет, вроде он. Нет, не он. Нет, он. А, значит, это все-таки от контролеров такая фигня. О, гранатки. Стоп, это что, схрон был? Просто задай. А нет, красная фигня. А, красная фигня от бюрера. Ладно, я вас понял. Пошли наверх. Блин, да реально уровень. Какой-то дум, просто ходишь в уровне, зачищаешь. Всё. Я прям буду уверен, что миссии все будут только по зачистке. Глушак? Нафига мне глушак? Ну ладно, раздают. Чё бы не одеть. Хотя вам глушак уменьшает убойность. О, один бинт, это хорошо. Всегда мечтал. Чё? Тут нет никого больше, кроме бюрера, которого я не вижу. Где-то он тут есть, скотина. Так, ладно, третий этаж. Алло. Зомби. Зомби, алло. Нет, ничего. Эх. А вот тут еще один кейс, который мне тоже нафиг не сдался. Чека, собери секвенсы крестовые. Не получи с них ничего. Так, бюрер активизировался. Может, он наверху? На самом. Бюрер. Алло. Мальчик. Мальчик. Какая классная музыка играет, просто жесть. Так, он начал кидаться, значит, он все-таки близко. Но я его не вижу. Может, он с той стороны? Алло, пацан. Что тут за углом? Нет. Так, теперь я его слышу. Но он, скорее всего, внизу где-то тусит. Аж зомбачи побежали на меня. Нифига себе, думает. О, чувак на крыше стоит. Надо набежать на него. Ну, видимо, бюрер последний, так что пойдем его ловить. Мозг кипит. Хм. А, вон он бегает. Вон она. Да, побежал. Алло. Парень. Я тебе кину. Тебе кину. Тебе стрельну. Блин, зомбаки тоже мешаться сейчас будут. Вообще не вовремя. Тебя покидаю. А, давай, давай, помогай мне зомбаков убивать. Я тебя понял. Ай, оп.
Блин, зомбак, все, ну я... И нафиг. И нафиг. Алло. Куда побежал? Ну-ка. Может, зомбаков поможешь убить, а? Было бы неплохо. Ну, умри. Все, молодец. Тик. Еще один. Ау. Тихо ты, аптечки не резиновые. Блин, стоит скотина, смотрит на меня, да? Я тебе... Все, понял, да? И чё? А, и чё, зомбак? Робот пошел куда? Алло? Надеюсь, ты последний. Выживший. Нет? Блин, кого мне ещё тут убить? Еще один зомбак. Ну? Нет? Как нет-то? Алло? Зачистить зверя в основном здании. Зачистил. Чё вам надо еще? Чё вам еще надо? Беги прохождение считать, да? Типа намекает. Или ты типа одного зомбака пропустил и... Теперь мне... Полчаса бегать искать его? Вы серьезно? Может, внутри кто-то есть? Вроде чисто. Э, алло. Здание. Тут тоже чисто. Еще один. Может, ты последний? Или я тебя не добил? Нет, не считали. Можно гранаты покидать, тогда зверё само сюда сбежится. Хотя зомбаки сбегают, остальные рандомно себя ведут. Блин, показалось, какой-то топал. Здрасте. Ясно. Ух ты. Одна аптечка на все это, блин. Нифига себе. Ангары закрытые все. Ну чё, кого? Кого куда? Алло. Очистить зверя в основном здании. Тут больше, по-моему, нет зданий. Вот здание. Я зачистил. А, и вернуться на свалку. Ясно. Может попробовать вернуться на свалку? Типа намекает, а, ты все зачистил, молодец, все, звездуй. Мы тебе не скажем, что ты все зачистил, а бегай туда-сюда и проверяй после каждого зомби. Офигенная игра. Блин, их три части, я только сейчас понял, что этого думоподобного сталкера три части. Я реально всю локацию зачистил. От зомбаков просто. От всего, что тут было, всю локацию. Ну, я разве что там в ту сторону на болото не ходил. Там еще кто-нибудь шарится. Ну и нафиг. Не засчитают, пойду дальше. Идите нафиг. Я свое дело сделал. Все зачистил. Не нравится? Позвоните моему адвокату. В этой фигне можно кататься, нет? Жаль. Ну, все, пошли, посмотрим, что там у нас. О, один выживший. Видимо, мне с ним говорить, да? Надеюсь, меня не убьет, я сохранюсь на всякий. Парень. Мне с тобой говорить? Здрасте. Что может интересно рассказать? Ясно. До свидания. Не знаю, ничего не засчитали.
Поэтому идите нафиг. Слем хлебушкой. Пойду. Ну, что я мог не доделать? Ладно, ребят, да посмотрю все-таки, что я мог не добить. Просто неинтересно. Ну чё, ребят, почитал я прохождение. Ничего интересного. На самом деле, это, блин, часа за 3-5 игра проходится. Это жесть. Это я как дурак просто все места облазил. Побежали всем на долину. Типа группа альфы посмотрим. Здесь им немножко наспойлерил, но мамам ничего не расскажу, так что узнаете сами, когда придем. Блин, реально, что в этой игре делать? Оу, ясно. Я думал, знак, типа, ожили все. Кабанята, блин. Дробовик тут вообще говнище. Ладно, хоть артефакты какие-то пользу дают. Это у нас контролеры там. И зомбачок. Че, будем драться с тобой? Я вот не знаю, нафига делать разных-то зомбаков, если у них отличия никакого. Зомбак да зомбак, и че? Прозрачный. Или просто где-то текстуры достал, понаставил. Может, он жирнее маленько. Ну, мри. Да, видимо, он жирнее, блин, он не хочет умирать. Неужели ты умер? Ой-ой-ой. Тихо. Стоп, а чё? Тут, ну, видно контролёров. Только что пытался мне в разум лезть. Нет? Ой. Извините, я мимо проходил. Блин, такая фигня, и три части. Да уж. Ладно, раз уж начали, чё, доиграем тут, тем более, чё играть-то. Темная долина, я пришёл. Ой, ой, бежит. Ой, маленький-то бежит. Прибежал, нашел меня среди кучи ты зомби. Молодец какой. Радиация сейчас убьет нафиг. Стрелок говорит 139. Сейчас ты находишься на территории Темной долины. Твои основные задачи здесь — это найти группу Альфа и зачистить территорию от зверя. В случае необнаружения группы Альфа приказано вернуться на исходную позицию на свалке. Поняли, да? Альфу мы должны зачистить. Найти. А где это? Альфа, блин. О. Блин, нормально, бы сталкер артефактов столько валялось, блин. Просто офигею. Ко мне посмотри, что артефакт лежит. И на фоне среди антивола музыка играет. Блин, а где эта сраная альфа? Где мне искать? Там? Ну, у нас три места, типа, есть. База бандитов, которая, типа, там. И база свободы. Там лагерек, по-моему, был. И возле лаборатории. Но в лабораторию мы явно не пойдем. Потому что я не хочу. Да идет там нечего. Воу. Тут кровище. Что там тут мутите? Что там мутят? Да уж. Ой, бегут. Ой, блин. Ой, блин. Тихо. Все, молодец. Да блин. Сколько вас тут? Да погоди ты. Погоди. Дай отбежать. Алло.
Ты что? Все. Больно ему. Что-то еще? Ну и Замыков, конечно, бежал. Идите-ка нафиг. А, радиэйшн, прям в радиэйшн иду. Блин, не подходит сталкеру шутер. Это больше РПГ. О, вылезла. Тебя мне тут не хватало. Дай мне хотя бы антирац есть. Иди нафиг. Что-то упало. Да, блин, это еще тот. Все, полетело сюда. О, поняли? Не обнаружен альфа, и все, можно свалить на свалку. Ой, тут куча бюреров. Короче, смысла не вижу тут стрелять, драться, и вообще тут группы альфы нет. Короче, на самом деле, я знаю, что ее тут нет. Себе немножко наспойлерил. Но просто, знаете, зайти локацию зачистить, как бы... Типа, есть альфа, нет, а ее на самом деле нет. Поэтому... Идите, хотя... Ради схрончика. Это чё? А, собака, блин. Не, ну ради схрончика можно. Так, главное, чтобы зомбачи меня не сожрали. Пока я это дело пытаюсь. Блин, схрон говна. Опа, чё тут у нас? Чё, дуэль, да? Не хочу с тобой дуэль. Такой стоит на пути, я тебя убью. Мне насрать. Все, можно идти на свалку, там хотя бы починить, блин, свой этот комбинезон. Надеюсь, что его починят, а то я не знаю, как проходить дальше. Потому что у меня все статы уже понижены. В этой локации делать просто нечего. Не, ну конечно, можете в комментариях написать, что тут можно сделать. Я не знаю, что тут можно делать, кроме пострелять в этих гребаных мутантов. Все, валим нафиг. Сюда. Хотя бы в бар.